Всем привет! Сегодня 3 мая. На улице идет вот такой дождик. Ну а мы в нашем домике создаем уют своими руками. Вот повесил картину, которую я изобразил, то, что в голову пришло. Раму у картины перекосило, соответственно, и саму картину тоже. В общем, теперь у нее вот такой вид. Ну, в домике, когда все окончательно высохнет, просохнет, влажность уйдет и, может быть, расправится все это дело. Но пока выглядит вот так. Но если издалека смотреть, то какие-то новые краски вырисовываются в таком перекошенном состоянии. Ну, в общем, висит и висит. Далее. Зеркало было. Делал я вазу декоративную для фруктов там или еще для чего-нибудь. Ссылочка здесь будет, кому интересно. В общем, ложить в эту вазу нечего. Фрукты и овощи. У нас, если появляются, они быстро съедаются. Поэтому такая декоративная ваза стоит без дела. Вот я ее вместо абажура прилепил. Ну а что? Под ногами не болтается, а так хоть как-то интереснее смотрится потолок. Ну, пускай висит. Более другого ничего нету. Гнездо. Ну, в общем, вот такое применение нашел. Может, не самое удачное, но тем не менее. Хотел показать еще, какие шторки я сделал в прошлом году. Это еще с прошлого года. Вот из остатков обоев. Против света плохо видно. Очень дешевый вариант. Более затруднительное делать это то, что их нужно вот так часто переламывать, гармошку из них делать. А так вот в любом исполнении можно сделать. Можно вязочки здесь поставить. И в собранном состоянии шторка по-другому смотрится. Я сделал две вязочки. И вот она смотрится вот так. Простая нитка, веревка бельевая. И в магазине, где фурнитуру продают для одежды. Вот такие вот кнопочки. Все это прилепил на двухсторонний скотч. Эту нитку еще раз проколол вот такой вот кнопкой для надежности. Ну и тут то же самое. Вот на этом маленьком окошке висит. Вот здесь. Так вот смотрится. И на том окне. В общем, вот таким простым вариантом. Ну, это не новинка, это многие так делают. И в квартирах, и везде. Лишь бы обои подходящие были. Были, которые вот, обои. Вот, они очень плотные. И такие более износостойкие. То есть их можно много-многократно пускать, поднимать. Сейчас покажу, как мы их опускаем. Как смотрится снутри в закрытом состоянии вот это окно. И как будет видеться снаружи.
Вот эта шторка на двух стяжках находится. Ну, опускаются шторы таким образом. Нажимаются вот эти кнопочки на веревках. Вот так шторка выглядит в опущенном состоянии. Поднимается в обратном порядке. Можно так оставить. Вдруг солнце светит как таким образом, что вот нужно вот именно так шторку оставить. Так даже оригинальнее смотрится. Ну, сейчас поднимем до конца. Ну, вот так вот собран в состоянии. Ну, а вот так шторка смотрится снаружи, когда опущена. Ну, вот такого же фасона шторы буду делать вот на эти окна на веранде. Как я их буду делать, я сниму отдельно ролик. Может быть, придумаю что-то по-другому. Ну, то есть ту форму, в которой шторы будут выглядеть в поднятом состоянии, может быть, какая-нибудь другая фигура получится. Вот на все окна буду делать. Ну, на сегодня пока все. Такой промежуточный ролик. Всем пока.